Пожары сегодня ночью и накануне вечером полыхали и в Донецке. Это последствия обстрелов, которым город подвергли украинские силовики. Очевидцы рассказывают, что артиллерия поливала жилые кварталы, в том числе и зажигательными, запрещенными снарядами. Пострадали частные и многоквартирные дома, а также один из рынков и промзона в районе аэропорта. Огонь велся всю ночь, стрельба была слышна даже в центре Донецка. Местные власти сообщают о масштабных разрушениях сразу в нескольких районах. К счастью, обошлось без жертв, ранена одна женщина. Вот.